Привет, привет. Вот еще магазин неудачи очередной. Стрельсон называется. Вот закрываюсь. Closing sale 75% everything must go. Вот очередные неудачники. Да вот. Не пошло у них дело. Закрываются тоже. А как дышали, как дышали. Изначально какая-то манекенщица стояла здесь у входа и встречала каждого клиента, но манекенщица им не помогла. Такой модельной внешности девушка стояла, я помню. Да, вот и Стрельсон. Ничего им не помогло, и они вынуждены закрываться, не приезжать. Но они там написали, что они переезжают, но они не переезжают, а полностью закрываются, просто и все с концами. Это все в новом крыле. Новое крыло им тоже не помогло. Это новое крыло, которое было сравнительно недавно сделано. Вот они сейчас в новом крыле. Все равно не помогло, ничего, закрываются. Сейчас покажу немножко кусочек нового крыла. Ну, я уже снимал раньше. Чтобы было ясно, где они находятся. А вот эти мендочины, они переехали. Закрылись в одном месте и открылись вот здесь, в новом крыле. Вот это их новое, мендочины. А эти никуда не объявляют, что переселяются. Просто закрываются и все. Не пошло дело. Хулиганье, блин, скотина. Ой, секьюрити прошел, ничего не сказал. Это удивительно. Ну, какие-то заходят остатки. Но они не спасут их дело, конечно. Сделали расчет там за месяц доход. Мизерный по сравнению с расходом на аренду. Видишь, не пойдет дело. Вот здесь рядом тоже что-то будет открываться. Неизменно, одни открываются, другие закрываются, прямо круговорот быстро. Очень не идет. Да, такие дела, очередные неудачники. Есть, ну пока-пока.